все на площадке. Что было, да, например, на 308 тысяч? 19 тысяч. 300 тысяч закрыли. И там остаток оставался 11 тысяч. 11 тысяч авансов. Мне через два дня выставили еще одну накладную уже на 45 тысяч. Выставили, которые еще не проверили еще, ты понимаешь? Yeah.
Получается, что они не выполняют свои контрактные обязательства. Я возьму подарок иду. Да, возьму. Слушай, держи. Я контракт увижу потом? Да, ну, посмотри, так ты что-то. Да, ну, по-любому. Не-не, так что? Надо будет. А? Надо будет. Ну, да, да, да. Пошел представитель полиции, мы сделали копию контракта между нами и мусорной компанией, поехал туда, показать им эти обязательства, что даже если взять, не смотреть, типа, расчеты, не смотреть ничего. В течение это... 5 рабочих дней там уже. Вот так, о чем говорим, он посмотрел контракт, поехал, пошел все с ним объяснить, в том, что ту накладную, которую вчера они нам представили, мы ее еще не сверили, потому что там сидеть надо каждый день, 8 кубов, 6 кубов складывать, потому что это документ. Значит, мастер делает проверку, сверит кубатуру, если она идет, подписывает накладную, и она вступает в силу. Ну, это можно отписывать каждый день накладную, или что это делать? Каждый день они отписывают. 19 числа мы перечислили, они нам выставили накладную на 308 тысяч. Да. На 1 февраля у нас был аванс на 19 тысяч, значит, 308 тысяч они нам выставили, в тот же 19 числа 300 тысяч было перечислено. То есть на 20 число был аванс 11 где-то, ну, пределах 11 тысяч. Значит, был аванс у них 11 тысяч. Да. Вчера принесли накладную и сразу же закрыли полигон. Накладная еще не принятая. Принесли накладную, по-моему, на 47, да? Да. На 47, тогда аванс там 16, потому что они признают, что с учетом этой накладной... Перерасчет января был сделан? Нет. Они перерасчет не делают. А декабрь перерасчет? Когда они бросили 15 декабря убирать город. То же самое нет. Не было, у нас, да? Есть письмо отправленное, мы подняли по документам, есть письмо отправленное, реакция пока нет. И люди здесь со скольки часов? С утра. И вот они не ели ничего, не пили, не да? Ели, не пили ничего, и люди приехали сюда, вот на 8 раз. Ну, надо организовать какую-то горячую, хотя бы сейчас чай для них, горячую чай, там, конечно. У нас есть термосаж, чтобы организовать. Да, чтобы для водителей и для грузчиков. А представитель компании где есть? Они на территории, есть там правильный человек. Так сейчас вы ждете полицейский показать копию нашего контракта, в котором указано, что даже при признании этой накладной, в течение 5 банковских дней мы обязаны ответить. Надя, посмотри, пожалуйста. Чай сюда водителям привезли сюда. Перекланиваешь мне, либо я отправлю Мишу тебе, либо есть там слава, пришли сюда людям. Виктора Михайловича, это у него термоса, потому что они брали для ночников, которые летали ночью на снег. Набери Виктора Михайловича, либо Аркадия. Ваш юрист, я сказал, подготовить заявление. Да. Подготовить заявление в прокуратуру, антикоррупцию, о том, что... Ну, это чисто, вы понимаете, я даже не знаю, это вымогательство или это... Да, мы же предупредили уже 9 февраля тоже, да, вот эти вот цены. Рыбинский захват, сказать. Понимаете, они хотят захватить город и делают из этого политику, понимаете? Он после обеда обратится. Обязательно. То, что вы говорили. Это обязательно. Вот это все. Да. Эти беды. И плюс Санжиевскую прокуратуру заявление. Да. Сейчас подождем, он придет. У нас контракт. Yeah.
Я думаю, откуда вам? Откуда? Правильно. Ну, вот сколько телевизионного мира? Есть расчет, да, там, раз в месяц. Ну, пускай будет два раза в месяц, правильно? Оплата. Так же нельзя каждый день. Ну, правильно, если бы было предусмотрено в контракте о том, что мы авансируем, если бы это было предусмотрено, тогда можно требовать было с нас аванс, чтобы был аванс. Есть контракты, которые предусматривают авансирование. Допустим, 500 тысяч предусмотрели, аванс скинули 500, 500 наработали, ребята, аванс закончился по плаче. Но у нас нет такого контракта, у нас есть вопрос делать промежуточный. Вот так сделано было 19 тысяч. Это нормально, реально все. 308 тысяч наработали на 19 число, сделали сверху, по кубатуре, по пти, оперативно все сделали, до конца дня перекрыли этот долг. Ну, мне кажется, что каждый день мы посадим, мы бухгалтеры будем сидеть как 5 тысяч по 10 дней. Ну, тут такие объемы и нету, потому что за два дня 47 тысяч. Что интересно, что они будут. Нет, она есть то, что они признали по... У нас уже по новым тарифам. По новым тарифам, да? На тариф 2008 года. Вот это вот, они ее признали. Они же вот эту накладную, которая у нас не подписана. Я не знаю, это она или не она. Выписана по новым тарифам. Уже выписана по новым, они выписали. О, вот 1 февраля, вот. 43 тысячи, 41,60. Это как они не признают? Тут же это они выписали, да? Конечно. Ну вот это что они считают, нас имеет 17 кубов, они уже считают 53 куба. Вот 308 тысяч, по которым мы платили. То же самое, это 41,60. Она же была выписана, по-моему, Виталий, первоначально была тоже по 76, да? Мы вернули им, они сделали перерасчет и выписали на 308 же по новым тарифам. И это уже выписано на 43. Так почему не пересчитать те 7 дней? Термоса наши делают эти для дорожников, которые были. Если кооператив у нас делает эти кипятовки, у Нади есть чай, есть сахар, кооператив. Она что, не подошла к тебе? Занимаетесь? Славик есть? Хорошо. Ну я наберу, узнаю, если его нужно базить, ну где-то я отправлю мишку. Чтобы отправить сюда термосаж. Эти стаканы тоже там есть. Посмотрите, эти стаканчики пластиковые. Вы не пытались сюда вызвать примара Беличен? Нет, у меня лично нет координаты. Нет, нет, нет. Может, его что пригласить? Даже не признали тут. Сейчас дождемся работников полиции, что они решат. Мы будем уже приглашать всех на себя. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!
докладывают. Да пока я вижу, что докладывают те, да? Лубристы, да. Лубристы докладывают. Только кому? Козелям своим. Политически. Шарик, контракт с реализацией. Сейчас у принципе будет спозна примария. Был с Кимусом для контракта в реализации контракта. Домилору, три месяца в феврале с Ксуарик, адика черери, са нотификарик с реализацией контракта в 2015. Ну, контракт в 2018. Давайте идем на территорию, если мы поговорим. Что же говорим о клубе дальше? С ним, конечно, просто. Сам решил. Если мы сюда не разрушаем. Уборотах они будут делать. Да. Мне тоже не нужно ходить. Далее Крюхов. Помни эту самую поставки термостатки битка и дайте поставки чая, сколько тут есть. 11 машин, 30-40 пакетов, 2 пачки чая.
Thank you.
Какого решения? Валерий, тебя знаешь, я должен работать по суду. Есть решение суда. Тогда это не я, а я работаю по суду. Дайте решение суда. Где решение суда? Пошлите машину, чтобы принесли решение суда. И сейчас тариф. Совета в этом случае. В этом случае для муниципального совета. И совет должен мне сказать, что с сегодняшнего дня, с 24 января, вы должны работать по такому тарифу. И все. Решение суда. Решение суда это для вас. Не для вас, а для муниципального предприятия. Вот когда вы мне дадите тариф, я все сделаю и все прочитаю. Как не закон? Конечно, не закон. Закон. Но я там не фигурирую. Там как муниципальный совет. Так третья сторона. Так что вы не знаете об этом? Конечно, знаю, но я работаю. По мнению сразу было принимать это. А вы почему? Вам проблема, муниципальный совет, чтобы сделать решение, по какому тарифу должен работать? Это не этого... должно быть для этого муниципального. Вы так считаете, а мы считаем по-другому. И что, мы сейчас должны делать так, как вы считаете? Не как вы считаете, так считают юристы. Юристы тоже так считают, и что? Юристы, еще, мы будем спорить, и юристы лучше или хуже, что ли? Договор по новым тарифам. Какой договор? Да, вот этот договор. Вот какие тарифы? Тарифы какие? Скажите, вот эти перерасчеты. Мы хотим, если вы говорите, что... Если вы говорите сами, что есть сейчас тариф, есть тариф 2008 года. Да, дайте решение, муниципальный совет, мы сделаем все перерасчеты. Так считаем по тарифам 2008 года. Правильно? Да, дайте решение. Основание. Решение административного суда. Для вас. Это основание. Для вас. И для вас тоже. Нет, для вас. Да, и для вас тоже. И для вас тоже. И там просто он сказал, Андрей, не говори, Андрей, раз и замолчал. Потому что Андрей не... Машину пустите. Захотите, я не зайду. Они вам заплатят, они ваши бухгалтера, вы так съели, и все заплатили. Мы все считали. И что? Вы что? В декабрь сколько вы должны денег, Берсу? Вы же собрали людей за весь месяц, а должны были за 15 дней. Вы понимаете, что 15 дней вы не убирали в город? Ничего не должны. Ну как вы должны? Мы не брали денег по Берсу. Ну вы взяли? Вы у людей взяли. И сейчас программисты работают, и потом делали расчет, и мы вернули деньги. Ну, Берсу тоже работают программисты, и тоже ждут. Так давайте, когда будет результат, вы не мешаете туда, вы не решили. Давайте найдем решение вопроса, чтобы все разгрузились. Машины, машины должны закрутиться. Да, экстаз, друг, батарея ж ничего проблема. Давайте, они разгрузятся, уедут. Да, вы сядете, с вы или представитель юриста вашей компании, и осмотрят долг, или бухгалтера. Есть долг, значит, долг погасится сегодня до 17 часов, если долг действительно есть. А если ваши юристы, а когда они ваши юристы пересчитают, если они не пересчитают? Что? Декабрь месяц, декабрь месяц. Так, готовы. Уже два месяца прошло. Сколько еще времени? Вот считают, программисты считают. Да мы ничего не говорим. Сколько времени? Я не могу. Прошу, на каком они этапе, и вам дам... Не могу вам сказать, если я бы это делал, или мой сотрудник, то я вам сказал, завтра буду сказать. Это из компании, которая занимается и программирует. Я даже не буду. Потому что там есть 100 тысяч человек, заплатили, им всем надо пересчитать. Это не так, как 100 тысяч, 40 тысяч абонентов. Вы говорите, что 100 тысяч абонентов. Откуда у них 100 тысяч? Какая разница? Вы сейчас хотите... Это никому не нужно, потому что занимается налогами или кто там. 100 тысяч или 40 тысяч. Я сейчас говорю, что вы запустите машину, мы сядем, юристы ваши сядут, или ваши бухгалтера. Если есть долг за Берсу, они сегодня его оплатят до 17 часов. Что это играет? Никакой же роли не играет. Сейчас время уже 12.20. А почему это? Мы до сих пор это не сделали. Как вы сделали? Вчера не было долга. Вчера пока вы не отписали накладную. Не вечером, утром была накладная, которую мы сказали, что мы будем после обеда. Вчера после обеда. И закрыли свои полицейские. Анатолий Иванович, это не значит, что если у Анатолия Ивановича не было на руках? Вы ее всем утром выписали. Они тоже ее уже обработают. У вас же тоже есть ваше бывшее обладание, товарищи. Давайте это решим вопрос. Пять машин, и там есть все рейсы, и они просто вот так ставят две бумажки, и у них выходит тот же самый рейс, те же самые машины, те же самые... Это делается не пять минут, а две минуты. Вы понимаете, что физически невозможно каждый день оплачивать? Почему? Вот так вот, почему? Хотя бы два раза в месяц это надо делать. Почему? Не каждый день. Почему, скажите мне, в чем проблема? Каждый день? Да. Каждый день, через два, через три. Почему? Раз в 20 дней, согласен, я вам...
вам предлагал, поэтому я дал письмо вам 2 февраля. Давайте сядем и подпишем новый контракт. С компанией. И ответили, что они не хотят. Чем они не хотят? Сейчас у меня нет. Если мы... если не приходят, если дали мне ответ, значит, должно быть у них ответ. Дал одну петлю, вторую, третью. Значит, я сейчас... Ты не согласен? Конечно, мы сейчас тоже не согласны. Я не согласен. И они не были не согласны с какими-то вещами. Но это не значит, что я не согласен и все, не хочу. Это же так не делается. Давайте поэтому, сейчас. Когда мы в письме там написали, мы там не говорим, как делаем. Я сказал, давайте сядем. Я читал, они не согласны, идите судитесь. Идите судитесь и вы, когда вы не согласны. Не надо мне говорить, куда-то идти. Там сами аргументируйте. Там было одно письмо, которое сказало, что вы приостанавливаете и разрываете контракты, что я читал. А потом пришло второе письмо. Давайте будем говорить по порядку, какие письма. Первое, если мы вам пишем письма, письмо пришло, по 100 писем в день, и вы не отвечаете. Нет никакой реакции. Давайте первое письмо, которое вы сказали, что вы разрываете контракт и закрываете по любому. А потом пришло, что понедельник. Это было в пятницу, понедельник пришло на то, что дайте 100%. Я сейчас вам не смогу сказать. Мы можем просто поднять, и мы все увидим. Да, конечно, я уберу. Я согласен с вами. Пускай машины зайдут, разгрузятся. Если сейчас есть долг до 17 часов, они его закроют. Впереди все равно выходные дни. Вот долг есть? Не знаю, так его надо все равно прочитать, если этот долг есть. У вас же долг. Тоже есть долг перед ней. У нас тут ваши компании. Да. Нет, пока нету. Ну как нет? Нет. У вас перед приобретением. Мы сейчас вытащим акт света между нас. Да. Это у вас, если вытащим есть долг. Хорошо. А у них нет. Примарили ваши четыре. Они не признали эту макулатуру. Все, они признали. Видите, суд не признает примарить. 400 тысяч должны примарить. Мы примарить 400 тысяч. За то, что приостановили. 6 тысяч за каждый день. Сбор. За то, что приостановили. Пол контракта. Я не понимаю, о чем сейчас говоришь. Подумайте, как раз, если вы посмотрите. День, что все это. Идите в суд. Видите, вы говорите? Да. Видите, так давайте сейчас сделаем нормально. Пускай разбудьте машину. Пусть заплатят за это деньги. Вот мы сядем с вами, сейчас лет поедем туда и будем смотреть уже мы я с вами. Я уверен, если они покажут, и они уже показали, и они уже знают, что там 32 тысячи долларов. Они уже проверили. Физически каждый день это ненормально. Выставлять после обеда на одну и завтра заплатить. Не я не говорю о том, что сейчас это легально, нелегально. Есть где-то органы, которые разбирают. Конечно, я с вами согласен. Я не говорю, это легально, нелегально. Да. Я знаю, что по-любому это принадлежит бельцам, понимаете? Вы говорите, что он принадлежит вам. Но тут что тоже это? Есть легально или нелегально. Если фуэрсин целом, да. Я понимаю. Есть контракт, есть отношения, есть причина. Да, признали 16 миллионов инвестиций в полигон. Я ставлю под сомнение, что как они признали. Да, сегодня они говорят, что мы не знаем, что мы подписывали. Это не это их пример говорит, что мы не знаем, что мы подписывали. Давайте сядем и говорю, пускай они заедут разгрузиться сейчас. Ну когда ты расскажешь? Я сохи тебе карьеру. Что мне пришло? Все я понимаю. Люди страдают от этого. Не я с вами. Люди страдают, потому что живут в Бельце. Не за вас. А вы в Бельце живете? Разбираемся, где я живу. Вы в Бельцах живете? Мы сейчас не разбираемся, где я живу. Но ваша семья не страдает, что мы там? Не надо тут давить на жалость. Я не на жалость. Ну зачем? Оставьте мою семью в покое. Мы сейчас говорим конкретно двумя экономическими агентами и примарили. Вы сейчас мне давите на жалость. На какую жалость? Страдает вся семья, страдает. Из-за того, что вы неправильно все это делаете. Что мы делаем неправильно? Что вы заплатили полигон? Я тогда твою манипуляцию лумя. Манипуляцию документ. Какие документы? Покажите мне. Один. Зачем это показывать? Эти органы, которые могут это разбираться. Сами об этом я вас сами вызываю, давайте разбираться. Вы я хотите. Приехал сейчас на полигон. А до сих пор ну, я поздравляю вас. Если вы не договорились, значит, не договорились. У меня нету 50 миллионов заплатить директору. Я не знаю. И нету 3 миллионов за полигон дать в аренду, как он захотел. Нету у меня этих денег. Николай Николаевич. Лесцентр машины на полигон. А что за турешь машины лесцентр на полигон?
Рез дискуссия у нас есть и на килы. Ведь ты так ты рез и манипулярь. Прекрасно. Все я понял. Я вас закрываю, мы на тебе мики, мы еще раз есть юридическая сторона вопроса. Да, финансовая. Запустите сейчас машины, и есть директор, сядете и будете говорить. Ну, или Мадус мой на Инте, требуется. Ну, вот есть директор и директор. Он не знает, как говорить. А кто директор? А кто директор? Есть директор в Кишине, две исполняющие обязанности директора. Могу сесть и договориться. Андрей, и читать. Администратор. Так с Андреем всегда говорили. Ну что, было плохо, что говорили? Отлично, а что мы думаем, что плохо? Андрей, запустите машины, мы пойдем дальше развлечься исполняющим обязанности. Я вам говорю, что машины не заезжают, пока не закроют дом. Наша хорошо, сегодня не закрываем дом. Да? Завтра какой бой? Если будет, то опять будет. А если не будет, то не будет. Опять будет. Наверное. Так завтра если опять не будут работать. Полигон. Почему? Мы же не... Мы хотим фактуру. Нет, мы вчера его закрыли полигон в 15:30. Да, фактура была до обеда. Ну, это вы говорите. Они говорят, что она пришла в обед. Антон Иванович, фактура, не радиоход, когда курить, не тоже. То ли фактуру расчетку, по-другому не надо. Ну, репозиция у нас корректна. У меня была репозиция, а луи корректна. Ну, еще не прощая, что там матвера карты, нас такие туда курили. Я сосем чист полигон. Ну, просто там прибыть, он правда, когда был сук, у меня пус, мой мульти, рейсы, все, мои пцини. Просто там прибыли, как бы указал на рекалку. А со вкус позиция больше свой, мы это танцевали, у нас вкус позиция у нас. Вчера Кларк или нас отлетели. Вы себе ведете просто как безусловно в этой ситуации, и вам все равно, что творится разбиться. Я все это понял. Я понял, мне рассказывать это больше меня. Даже не бизнесмен, знаете, как говорит это. Это даже не бизнесмен, это не бизнес. Это не бизнес. Старые импарты, лощиночки, бизнес. Что вы барсулку следователь? Есть все понятно. Прокуратура антикоррупции. Это я понял. Еду следователь, возбуждают уголовные дела, поэтому так. Потому что это будет бесконечно, это будет каждый день так. Каждый день они утром будут приезжать, они будут выписывать новые накладные и стоять сумки. Это не закончится никогда. И с 1 марта они закрывают еще на рекультивацию. Да. А где вы хотите рекультивацию делать? На всем полигоне или только на Беличине? Они еще не решили. Я решил. 2 числа не закрывают. Мы придумали новую историю грустно. Значит, говорю, вчера были разговоры, что хотят 50 миллионов, 25 миллионов. Потом придумали какую-то историю про литовскую. Хорошо, разговор не получается. Почему? Потому что вам спустя, я вам целец, вам спустя позиция, понимаешь? То есть это просто рейдерский захват полигона? Все равно примерно. Со стороны Беличанской применения. Ну, документы. Вы стоите, стоит полиция, которая не реагирует на вас вообще. Я еще раз говорю, это чисто политический заказ. Ваше заявление политическое. Что я добьюсь встречи с премьер-министром, который обещал непосредственный доступ на полигон. Он сказал, что полигон будет постоянно работать. Вы его просто закрываете и не пускаете здесь. Да нет здесь долгов. Сядьте пересчитайте, пускай сядут бухгалтерия пересчитает. Вы же не хотите. Вы же видите, что у вас оператор работают, но еще нету, ничего не понятно. Решение суда для вас никакого толка не играет.
принимаем решение. Коллеги. Чай людям привезли. Отправим машину. Давайте, потому что они с утра не замерзли уже. Отправили. Почему? Значит, вы как юрист, вы обязательно должны написать заявление в прокуратуру. Это чисто рейдерский захват. Это рейдерский захват, потому что это никуда не годится. Сидят два коммерсанта, я не знаю, как их назвать по-другому, которые им не интересны. Там не интересы города, не интересы горожан. Они приехали сюда из Кишинева выполнять чисто политический заказ. Это не бизнес. Выполнение? Это хорошо, если берем кассу. И посмотри, что они завтра поведут себя так. Нет, кроме сейчас это праздник. Можем перечислить им эти 30 лет. Нет, дело не в этом. Сейчас я не поведу себя так. Сейчас надо пойти на Берсу посмотреть. Во-первых, мне непонятна ситуация. Они делают перерасчет в декабря месяце, января и январь. Они делают уже, они говорят, у них 100 тысяч абонентов. Понимаете, тут можно и в налоговое заявление обратиться. Если у них 100 тысяч абонентов, пускай проверят их уплату, их налогов и так далее. На каком основании они собирались людей за весь месяц? Собирали 15 дней. С чем обратиться? С их слов? То, что они... Есть же квитанции, которые оплачивали люди. Люди оплатили за весь декабрь. А они вывозили 15 дней. Значит, нет, это первое. 15 дней. Вот 15 дней разница. Первое. Второе. Они не выполняют постановление Высшей судебной палаты. Но они говорят, что они перерешение делают решение, но когда? Дай это самое решение у тебя есть в телефоне. А что ты еще? В телефоне. Значит, вы подождите, вы посмотрите, что там. Там про них вообще ничего не снимают вашу. Подождите. Нет, нет, там тарифы действуют с 2008 года. Там они сказали принять одно решение. Поэтому там какой он, 19-й подъезд, как вы слышите? Да. Это следователь. Туда написать заявление. Ваш полигон завтрашнего дня закрыт. Ты еще только... Какой завтрашний день? Со вчерашнего закрыт. Так вы видите, все. И заявление в прокуратуру с ужереет. Угу. Анатолий Иванович, едемте к вам на предприятие. Люди пускай остаются здесь, чай главное организуйте. Уже организовали. Да, едемте решать. А вы проверили эту накладную? На эту накладную вы посмотрели ее? Да. Но она при входе не выписана. Вчерашняя? Добрый день.
Да, спасибо. Зачем столько полиции на полигоне? Ну, вроде митинга нет. Для общественного порядка. Все. Мы уже не вмешались в ваш разговор. То, что говорят, тут проблема из двух сторон. Нет, просто я спрашиваю, почему так много полиции. И директор ДРСУ делал сообщение, что у них проблемы на мусорке полиции. Угу. Вышла оперативная группа для поддержания общественного порядка. Все. Спасибо. Пожалуйста. Это не решение вопроса. Цивилизованно купит решение вопроса. Есть решение суда, раз. Второе, есть значит, обязательства договорные, где написано раз в месяц или в два раза в месяц засчитать оплату согласно налоговых накладных. Просто, как они вам говорят, мы вот сказали, сегодня пришли, сразу оплатите, подождите. Должен быть акт сверки, должен быть, значит, выставлена накладная. Но так никак это, так неправильно. Николай Николаевич, да. Сегодня они снова не пустили. Они хотят, чтобы... Скажу, почему, значит, я уже, наверное, говорил, вы, наверное, слышали, значит, что в ходе переговоров они захотели 50 миллионов лей за их, значит, данную услугу и за полигон. То есть они это выставили на продажу, чтобы мы у них купили. На что был мой ответ, что в муниципальном бюджете нет таких денег, не предусмотрено для данного вида услуг. Вы знаете, что они сами в одностороннем порядке прекратили услугу города убирать с 15 декабря, и с того времени они вели переговоры, значит, чтобы мы купили. Цена была 50 миллионов, потом следующая цена была позавчера, они объявили 25 миллионов как предоплату за то, чтобы мы у них купим данную услугу и полигон. На что, естественно, был отказ. Значит, в вчерашнем разговоре с их директором Дмитрием Русняком, он захотел 3 миллиона за аренду полигона. И тогда, говорит, все, они уезжают. Насколько мне известно, он уехал из страны, значит, потому что, сказал, до выборов он больше сюда не приедет. Это чисто политический вопрос. Кто-то сидит, получается, в парламенте и говорит, закрыть полигон, открыть полигон, закрыть полигон, открыть полигон. Это уже надоело всем, но это никуда не годится. Есть договорные отношения между двумя экономическими агентами, которые позавчера экономический агент ДРСУ не должны были ни копейки. На что я могу сказать, что экономический агент Global Solution должен был деньги ДРСУ. Сегодня вышел долг 32 тысячи. Но есть цивилизованное решение вопроса, есть бухгалтерия, есть юристы, которые должны приехать и сделать акт сверки. Тогда это нормальное решение вопроса. А так, что вчера в 15.30 закрыли полигон, сегодня они в 8 утра открыли, подъехали машины, они перед ними закрыли полигон. И потом приехал представитель, как он представился, что он представитель директора, он, я не хочу и все. Значит, ну, люди приехали с Кишинева, я не знаю, как их назвать, как не... Но это не коммерсанты. Это, еще раз повторяю, с моих слов, это чистая, и мое видение, это чистая политика, что здесь происходит. Это они берут заложники город, понимаете, но все равно мы вопрос решим, и мы не отдадим город, чтобы так просто нами управляли какая-то шайка мошенников. Николай Николаевич, они вот, насколько мне известно, вчера, позавчера написали письмо о том, что с 1 марта закрывают полигон и рекультивацию. Да, совершенно верно. Они предоставили такое письмо. Значит, оно было во всех СМИ. Также оно пришло официальным на примарии, на ДРСУ, что с 1 числа они прекращают работу полигона, и больше полигон этот работать не будет. На наши вопросы, как они себе это видят, то есть полностью будет на всем полигоне осуществляться данная деятельность, или же какая-то часть тут же с двух частей состоит.
Цамбулы и Беличен, но они захватили, насколько я знаю, самовольно и часть Цамбулы, полигона, которому принадлежит 17 гектар здесь земли, захватили 3 гектара, которые принадлежат Беличенам, но Беличены, значит, есть у них мировое соглашение, где Беличены признали, что в данный полигон данная компания инвестировала 16 миллионов лей. Но, на мой взгляд, взгляд специалистов, это чисто мошенническая схема. Я не верю, что данная компания инвестировала в этот полигон 16 миллионов лей. На то, что они бьют, что здесь есть сортировочная линия. Здесь никакой сортировочной линии здесь нет. Здесь есть, значит, украинская за 60 тысяч гривен. Это, если вы помните, при Советском Союзе на картошку ездили мы, и там была линия, где картошку перебирали. Вот такая линия, что вокруг этой линии должны стоять транспортировочная линия, правильно? Должны стоять 20 человек и перебирать. Вот это что за линия? Но эта линия может произвести всего 10 кубов в сутки. Но, видите, они у нас умные, и оказывается, в коммуне Беличен тоже есть специалисты, которые увидели, что инвестировано 16 миллионов лей, но, опять же, тут политический вопрос, и в коммуне Беличен участвовали там непосредственно представители партии социалистов, когда они признавали эти 16 миллионов лей. И эти депутаты, которые там сегодня сидят, бельские, они тоже в этом участвовали. И сегодня вот это сложилось, что сегодня полигон хотим открываем, хотим закрываем. Но мы с этим вопросом все равно мы так не оставим и будем разбираться. Еще раз повторю, что кучки вот этих вот никчемных людей мы не дадим захватить полностью весь город. Что вы сейчас собираетесь делать? Сейчас мы поедем, значит, на предприятие ДРСУ, соберем финансистов, проверим еще раз накладные, подобьем, какие есть долги у этой компании, какие долги должны ДРСУ, и будем закрывать данный финансовый вопрос. А дальше мы обратимся к премьер-министру, к представителю парламента, и будем добиваться с ними личной встречи, чтобы обозначить нашу позицию и сказать, что действительно происходит на данном полигоне, потому что я думаю, что премьер-министр, который обещал, что будет непосредственный доступ, постоянно будет доступ в любые дни к полигону, он, наверное, не в курсе, что полигон дальше закрывается, открывается по указанию каких-то непонятных нам людей. Я приехал, я не буду. Я сейчас выставлю еще один. Хорошо, он старый. Я приехал, я не буду. Я приехал, я не буду.